Партнер рубрики – компания «Домкомплект». Инновационные решения в системах отопления. Уютный теплый дом без насоса и котла. Есть кое-какие недочеты, как бы недостатки. По отоплению кое-какие проблемы. У нас достойная ТСЖ. В первую очередь я вижу по оплате за коммунальные платежи, то есть приемлемые цифры. Мы видим порядок в нашем подъезде, хозяйский подход. Ничего хорошего сказать не могу про нее. Потому что у нас все плохо. У нас хорошо работает в доме. Ну, по оплате, то есть там намного меньше выходит, чем по управляющей компании. Ну и в плане то, что территория около дома, это все лучше, и ремонт подъезда идет. Но есть достоинства и недостатки. Мы боремся совместно с недостатками. СЖ хорошо у нас работает. Ну, все ремонтируют, все делают. В подъездах очень чисто, консьержка всегда на месте. Все, по-моему, одинаковые сейчас управляющие компании. Больше идет минусов. Потому что не только что организовываются, еще только начинается вот эта реформа ЖКХ. Еще на ногах все не стоят. У нас кооперативный дом. Председатель договаривается с какой-нибудь там фирмой или с кем-то, и все ремонтируется. Проблемы случаются всегда. То есть это не только у нас, это в любом доме, поскольку это уже старый жилой фонд, то есть нашему дому под полтинник. Вот. Но как-то пока глобальных проблем не было. То есть ничего не обвалилось, стоит. Капремонт у нас был сделан, поэтому у меня претензий к управляющей компании нет, по крайней мере, больших. Управляющая компания. И как работает? Никак. Никто не ремонтирует. Ну, в общем, плохо. Грязь у нас. Работа отличная, потому что у нас жилищный кооператив, управляем сами. И это очень удобно.